Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Ох ты. Отец Анатолий. Тебе кто-то ручку сажу вымазал. Ой, да кто же это? Это завистники, наверное. Ты благослови своего отца Филарета и живите с ним в мире. С преподобным преподобен будешь. Что ты мне сейчас такое сказал, я не понял. Отец Филарет проявляет милость к тебе и призывает жить в его покоях, дабы поправить твое пошатнувшееся здоровье. А топить кто будет здесь? Ну, на это место уже поставлен послушник Никодим. Как же? Он же огня боится. Все мы боимся гиены огненной.